Дети – самые беззащитные участники дорожного движения. Если с ними что-то случается на дороге, в этом всегда виноваты взрослые. Для привлечения внимания водителей и общественности к проблеме аварийности с участием детей и пассажиров, 6 по 16 октября инспекторы роты ДПС проводят профилактическую акцию «Автокресла детям», чтобы напомнить родителям о необходимости применения специальных автокресел при перевозке детей в автомобиле. Штатные системы безопасности машин не рассчитаны, за редким исключением, на защиту маленьких пассажиров. Большинство детей получают серьезные травмы из-за того, что родители забывают их пристегнуть или экономят на покупке автокресел. С начала проведения мероприятия инспекторы ДПС составили 10 материалов, за которые предусмотрен штраф. Нарушение пункта правил 22.9, за которое, согласно статьи 12.23, части 3 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Безопасность детей на дороге – вопрос, требующий особого внимания. Каждый родитель должен понимать и помнить о ней. Гарантия безопасности ребенка только одна – специальное автокресло.